Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик, и мы продолжаем с мотором от моей Стеллы. Посоветовавшись на Вагнерленде, мне подсказали, что примененная мной шайба коромчатого типа не есть лучшее решение, тем более на сцеплении, но все равно будет как роповик откручиваться. Поэтому порекомендовали тут все снять и поставить на эпоксипол. Но он стоит 90 гривен, этот несчастная коробочка, и поэтому сделаю это пока не станет до того, как я начну зарабатывать. А я сегодня еще, кстати, не подпилил гаечки, хочу замерить объем камеры сгорания. Вот это где-то вот он. Так, у нас есть шприц с 10 миллилитрами масла, поршень ВМТ, в общем-то заливаем его. Я тебе напоминаю, надо держать под середину. Свечного отверстия не хватает рук, это все заснять. И на данный момент, если мне зрение не изменяет, мы впихнули целых 6 кубиков. 6 кубиков объем нашей камеры сгорания. То есть это пинжать я потом уже на бумажке пересчитаю, но это не есть гуд. Дедушка Вагнер говорил, что самое оптимальное для этих двигателей это как раз 5 сантиметров кубических, но 6 в пределах нормы. Ну, посмотрим, выкину прокладочку, подрежу гайки, переобожму и посмотрим, что она к чему приведет. Все, спасибо всем за внимание, до следующих видео.